Активисты Общероссийского народного фронта помогли иностранным студентам продуктами. В ОНФ за помощью обратились сотрудники Дагестанского государственного университета. По их словам, в общежитии вуза в связи с пандемией коронавирусной инфекции остались приезжие студенты. Все они родом из дальних стран и остались без поддержки близких. Участники акции «Мы вместе» передали студентам продовольственные наборы. В пакеты были вложены продукты первой необходимости, а также средства индивидуальной защиты для студентов. Кроме того, активисты ОНФ раздали молодым людям георгиевские ленты. 9 мая они планируют провести флешмоб. Я учусь на юридическом факультете, на втором курсе. Мы хотим вас поблагодарить да, за эти продукты, потому что нам сильно помогает. Сейчас мы не можем, Western Union не работает, и даже получить деньги мы не можем. Это нам помогает. Сильные изменения, даже во всем мире. Все остановлены, нигде не работают, ничего не можем делать. Это, конечно, плохо, очень плохо.